Национальная телерадиокомпания Узбекистана «Узбек Телефильм» представляет. Авторы сценария Абдукаим Юлдашев, Санджар Бабаев. Главный оператор Султан Мырзаахмедов. Композитор Шухрат Закиров. Звукорежиссер Садыр Аль-Ходжаев. Режиссер-постановщик Санджар Бабаев. Река жизни. В главных ролях Тахир Саидов, Карим Мирхадиев, Раджаб Адашев, Матьякуб Матчанов, Саида Раметова, Гульчихра Ишанкулова, Дулором Игембердиева, Фахриддин Шамсиматов, Хуршид Тухтаев, Шерзот Ахмедов. Все. Сваливайте отсюда. Быстрее. Быстрее. Диля, иди сюда. Смотри. Проходи и давай. Давай, Яс. Тамара. Ты хочешь показать, кто ты есть на самом деле? А ты сам. Тебе не стыдно задерживать их из-за нескольких рыбин? Чему радуешься, отобрав у них единственную лодку? Говорят, вы с женой переезжаете в Ташкент? Это правда? Кто тебе сказал такое? Четвертая серия. Угощайтесь. Спасибо. Знаете, и без этого сама жизнь ведет нас к смерти. Мы рождаемся, растем, живем, горюем, радуемся, спим, выходим замуж, женимся. Но наша жизнь движется в царство смерти. И нет такой силы, которая может остановить это движение. Донья Ракя, что с вами происходит? Вы говорите загадками. Просто устал. Давайте поговорим о другом. Помогите! Помогите! Насилуют! Помогите! Давай громче! Помогите! Нужно дверь ломать! Что вы говорите? А что делать еще? Дильноза, в кабинете есть второй ключ. Быстро принеси его. Хорошо. Помогите! Помогите, пожалуйста! Давай, заходи, давай! Какая погода чудная. Воздух чистый. Как хорошо. Да. Но вы с сигаретами портите этот воздух. Ладно, ладно, не смотрите так. Давайте поговорим о другом. Донья Ракя, говорят, вы с женой собираетесь переехать в Ташкент. Это правда? С чего ты взяла? Люди так говорят. Люди говорят? Угу. Пусть говорят. Но не бывает дыма без огня. А что еще говорят? Говорят, что вы копите деньги, чтобы купить в городе большой дом, а потом переедете туда. Там вы якобы займетесь научной работой, и поэтому вы планируете семью, ну, пока что. Пока. То есть до 35, как за границей. Сначала карьера, потом...
Дети. Хватит. Перестань. Если еще услышу что-нибудь подобное, мы с тобой поссоримся. Ну, поехали, Дон Ёрджон, поехали. Ну чего вы так задержались, Эркинаке? Всегда так. Сколько можно вас ждать? Извините, исправлюсь. Нас хотели изнасиловать, помогите. Дело? Нас хотели изнасиловать. Все ясно. Может быть. Да, да. Да не может быть этого. Тоже мне. Напились. А ну, вставай. Вставай, тебе говорю. Эркинеке, да? Я сейчас выйду. Дон Ёрджон, не торопитесь. Вызовов нет. Хорошо. Мы вас подождем здесь. Хорошо. Ключ. Нашел, что придумать. Еще амулет, сказал бы. Для Дониора амулет – это его жена. Вставай, я тебе говорю. Пришел эксперт. Ну-ка, вставай. Нас хотели изнасиловать. Угрожали. Что здесь происходит? Я вам все объясню. Доктор, тут все ясно. Дальнобойщики остановились в гостинице. А эти сводницы пустили к ним девушек. Вот так вот. Не смогли договориться. Скандал подняли. Вот и все. Это все правда? Я. Да, правда. Вот так все и было. Я специальный сотрудник областного отдела благоустройства Ибадуллаев. Я, как сознательный гражданин и человек с жизненным опытом, а также представитель Хакимьята, буду вынужден написать рапорт о происходящем здесь. Товарищ доктор, прошу, скажите вашу фамилию и место работы. Прошу. Ну, я запишу вас в качестве свидетеля. Меня? Да, да, вас. Я не могу молча смотреть на все эти мерзости. Всем понятно? А? Только попробуйте это дело замять. Я уже вызвала милицию. А вы знаете, Гузалой? Вы так не донимайте его. А что такого я сделала? Я же вижу. Как только вы начинаете говорить с ним, он краснеет. Да, вот такая я. Заставляю других краснеть. Эх, если бы вернуться лет на 20 назад. Что бы вы сделали, Эркинаке? Украл бы вас, и мы зажили бы счастливо. И вы бы так не делали. Ну, а что я делаю не так? Я вам, как своей сестре, говорю все откровенно. Вам не гоже быть разлучницей. Вы еще найдете свою половину. Ой, что вы такое говорите? Знаете, я добьюсь вашего увольнения. Я вам обещаю. Я всех вас разоблачу. И то, что вы вытворяете в гостинице, всем расскажу. Понятно? Всем расскажу. Ой. Доказательства приведу. Смотрите, сколько у меня свидетелей. А ну, скажите свою фамилию, сестра, брат. Постойте, куда вы уходите? Скажите свою фамилию. Послушайте. Брат, подойдите сюда. Вы будете свидетелем. Скажите свою фамилию. Потом я все объясню. Из городского управления внутренних дел капитан Джавлон Сулейманов. В чем дело? Будете свидетелем. Что произошло, Мукаддам хан? Как видите. В чем дело?
Мамочка, вы куда-то собрались? Да, дедушке стало плохо. Мне надо ехать. Вы одна едете? А папа? Ой, доченька, твой папа еще долго будет спать. Не стоит будить его. Я тоже с вами поехала бы, но у меня сессия. Ты иди, занимайся. Как приеду, я позвоню. Звоните. Я буду ждать вашего звонка. Передавайте всем привет. Если получится, приеду в субботу вечером. А в воскресенье вместе вернемся, хорошо? Хорошо. Да, послушай, приготовь завтрак папе и накрой его. Знаю, мамочка. У меня экзамен после обеда, поэтому сначала накормлю папу, а потом поеду. Хорошо. Помочь вам? Да, возьми сумку. Хорошо. Ладно, всего доброго. Доброе утро, хозяин. Доброе утро, хозяюшка. Я не опоздал? Здравствуйте, Рустамджон. Приехали? Приехали. Как встретили? Нормально. Не нормально, а должно быть отлично. Понял? Садись в машину, поедешь за мной. Хорошо, хозяин. Ну, давай. Бердыкул, что? Вы... Здорово... проучили этого мерзавца. Я этим был так доволен. У меня с ним свои счеты. Скорее бы наступил этот день. Самат, Бердыкул, подойдите сюда. Идите сюда. Ну, скорее. Посмотрите на это. Видите? Вон она. Я это не могу так оставить, Холиаров. Государственное имущество вам не игрушка. Захотели, потопили. Захотели, сожгли. Равшанаке, я же возместил потопленную лодку. Не вы платили, а мы взимали из вашей зарплаты в течение года. Спасибо. Но и на этот раз все произошло случайно. По неосторожности. Клянусь, я не нарочно это сделал. Поверьте мне, Равшанеке. С мотора тек бензин. Я случайно зажег огонь. Случайно? Вы же не курите. Если бы вы были действительно курильщиком, вы в своем кармане носили бы не спички, а зажигалку. Вот тогда и ваша лодка бы не сгорела. Понимаете? Равшанеке, хватит. Делаю последнее предупреждение. Расходы, которые уйдут на ремонт лодки, удержим из зарплаты. Может, после этого вы будете аккуратнее. И на этом спасибо. Значит, так было суждено. Разрешите идти? Идите. Интересно, что это может быть там? А вдруг там деньги? Ты что, если это деньги, пошло бы на дно... Что ты говоришь? Может, все в целлофане, а? Верно. Что бы там ни было, интересно. Самат? Давай. Чего сразу, Самат? Что, кроме меня некому? Бутылка за мной. Лезь давай, быстрее. Самат, Самат. Чуть что, так сразу, Самат. Ну давай, давай уже. Все, давай, лезь. Ну-ка, давай. Давай, давай.
Ну, тяни, Кахор. Тяжеленный. Чтобы и добра там было, как хотели. Какой тяжеленный, зараза. Что же там, а? По-моему, это мертвец. Да ну, что? Посмотрите, вот ноги, тело, руки. А вот это голова. Точно, тело. Бедокул, мне не по себе. Давай его обратно скинем в реку, а? Давай. Кахор говорит правду. Как-то я копал яму, и там оказались кости. Тогда меня милиция из-за этого чуть не доконала. Хорошо еще, что кости были ослиные. Давай выбросим это. Да, Бердыкул, меньше знаешь, крепче спишь. Давайте выбросим это. Сначала посмотрим, мужчина или женщина. Может, у нее в ухе сережки, во рту золотые зубы. Нет, нет, упаси Господи. Я боюсь таких вещей. Давай выбросим это, соглашайся. Ну? Ну давай. Все равно я должен увидеть это своими глазами. Бердыкул, не надо открывать. Бердыкул, не надо. Мне надо все выяснить. Не надо. Ты не позавтракал, сынок. Папа всегда говорит, завтрак всему голова. Нет аппетита, мама. Постой. Что с тобой? На тебе лица нет. Глаза красные. А? Или опять всю ночь сидел в интернете? Говори. Мама, я тороплюсь. Ты вечно торопишься. М? Запомни, этот интернет тебя до добра не доведет. Какая девушка будет знакомиться с парнем в интернете, а? Я скажу отцу, все вырубит тебе. Мама. Что, мама? Что? Папа велел тебе на днях поехать в Ташкент. По делу? Как будто ты не знаешь. Встретиться с девушкой. Встретишься. Угу. Мама. Сходишь куда-нибудь с дочерью папиного друга, понял? Мамочка, давайте поговорим вечером. Я и вправду тороплюсь. Вечером говоришь, что поговорим утром. Утром говоришь, что вечером поговорим. Ты что, издеваешься надо мной? А? Я не понимаю тебя. Ты что? Мама, ну давайте поговорим вечером, нет. Хорошо? Можешь не приходить. Иди. Ты уже взрослый. Тебе, я смотрю, мать уже не нужна. Мамочка моя. Знай, в этом мире за все приходится отвечать. Несчастье порой оказывается прямо под ногами. Не делай необдуманных шагов. Потом сколько ни кайся, не поможет. Ты не забывай. Не забывай о том, чей ты сын. Хорошо, мама. Я понял. Будь умничкой, сынок. Езжай. Я скоро вернусь, мама. Будь осторожен. Эй, осторожней, осторожней. Не торопись. Бердыкул, кто там? Женщина или мужчина? Я и сам не знаю. Идите, посмотрите. Не укусит. Идите. Ну, познакомитесь. Бердыкул, у меня сердце слабое. Лучше мне не видать. Бердыкул, я страшно боюсь утопленников. Что? Я шутки с вами шучу? Говорю, посмотрите. Может, знаете.
Мне кажется, я ее где-то видел, но не помню где. Бердыку, идите посмотрите. Боженька, как бы мы ни связались с криминалом, лучше бы нам потерять лодку и заплатить штраф. Бердыку, пожалуйста, не надо. Вот, мертвец ожил. Вот, посмотрите. Ой! Да это же пугало. Это пугало, которое стояло у Адулата на поле, верно? Нет, это пугало, которое стояло на поле у Хадичопы. Вот по руке узнал. Эй, Кахор, наверное, дети пошутили. Эх, сорванцы, это их рук дело. Напугали до чертиков. Не думают, совсем не думают. Кто знает, может, это взрослых рук дело. Этот кто-то без опыта. Вместо камня он бросил в мешок кусок сухой глины. Глина растаяла в воде, после этого мешок и всплыл кверху. Кому нужно топить пугало? Да не говори, кто знает. Ну, вы пока сложите рыбу. Хорошо. Послушай, чего он все время приказывает? Он оттуда приехал таким. Понял. А его помощь, интересно, платная? Просто так и мухи не летают. Здесь и его доля имеется. Главное, он нам помогает. Кто бы дал нам столько рыбы, верно? Да, верно. Кахораке! Кахораке! Чего? Довезете меня до села, а сами езжайте на рынок. Я догоню вас. Ладно, хорошо. Поднимай. Погоди. Ну, пошли. Здравствуйте, папа. Здравствуй. Что случилось, папа? Бандитская пуля. Вот именно поэтому хотел тебя взять с собой. Я серьезно спрашиваю, папа. Ну? Да, пустяки. Лодка загорелась. Загорелась? Так, сама по себе? Бензин вытек. Не проследил. Как сказал Равшанаке, это последствия халатного обращения с госимуществом. И что же в итоге? А в итоге последнее предупреждение и расходы на ремонт лодки удержат из зарплаты. Значит, и в этом месяце мы остались без хлеба, папа. Прорвемся, сынок. Самое главное, мы целы. Сынок, я умоюсь. Потом позавтракаем.